Сегодня в станице Жуковской состоялось открытие детской площадки, построенной на средства Ростовской атомной станции по линии благотворительности. Этот объект стал четвертым в Жуковском сельском поселении. Собственными силами обустроить уголок счастья для детворы администрации не позволяли средства. И вот теперь, благодаря поддержке атомщиков, дети Жуковского сельского поселения получили современную безопасную детскую площадку, которая, несомненно, станет любимым местом отдыха. В станице Жуковской сегодня праздник детства, которого местная детвора ждала с особым ажиотажем. И это неудивительно, ведь здесь с минуты на минуту откроется новая современная детская площадка, которую построили в рамках программы благотворительности Ростовской атомной станции. Я хочу поблагодарить дирекцию атомной станции в лице Сальникова Андрея Александровича в установке детских площадок. Действительно, у нас как бы до этого не было ни одной площадки в населенном пункте. В бюджете поселения у нас финансов как бы на это именно не хватает, на детские площадки. Это первая подобная площадка в Жуковском сельском поселении, а всего их должно появиться 4. А потому открытие ее в канун Нового года стало настоящим новогодним подарком для детей станицы. По заведенной традиции, обычно на Новый год все ждут чудеса и все ждут подарки. И вот мы тоже решили вместе с концерном «Росэнергоатом», Ростовской атомной станции, сделать для вас такой небольшой подарок новогодний. Мы очень надеемся, что вот зима пройдет, будет лето, и эта детская площадка, детишки здесь будут бегать, радоваться, играть. Едва глава поселения Владимир Босиков и директор Ростовской АЭС Андрей Сальников перерезали ленточку, начался тест-драйв нового объекта. Дети мгновенно заполнили площадку, и горки, качели и карусели заработали на полную мощность. Спасибо атомной станции за такую площадку. Мы, конечно, в восторге. У нас ничего подобного не было. Вот благодаря атомной станции поставили нам для наших детей. Но на этом сюрпризы от атомщиков не закончились. Каждый, пришедший на открытие площадки, получил новогодний подарок от Ростовской АЭС. Артем Виготский, Петр Авдеенко. Новости ВТВ.